Вот хочу определиться по предсказанию, которое я давала, что будет референдум в отношении выборов, что именно как бы Путин даст свою кандидатуру. Вот на сегодняшний день мы уже, в общем-то, видим, что у нас происходит. Дело все в том, что я видела, что много людей, Путин на сцене, а какие там, в общем-то, какие там могут быть во власти какие-то передвижения, я, в общем-то, конечно же, не знаю, поэтому я подумала, что будет референдум. Тем более я видела, что будет число, не то будет, а какое-то другое число, то есть будет передвижение числа выборов, что, в общем-то, и произошло, хоть на несколько дней, но как бы передвижение было, правда, не в ту сторону, но все-таки это передвижение, я-то, в общем-то, как бы вижу передвижение, а в точности, конечно же, я не могу это определить. И вот я видела, что Путин на сцене, много людей стоят, они, в общем-то, как бы голосуют за него, и я решила, что это референдум. Но оказывается, что вот мы теперь знаем, что в ноябре месяце Путин даст согласие или несогласие, ну, он даст согласие, на то, что без него никак. Ну, вот как хотите, но без него никак. Без него все развалится. Потому что я просто не вижу другого претендента, и мне высшие силы сказали, что они тоже не видят другого претендента. Поэтому, в общем-то, это я хочу как бы вам сказать о том, что я предсказывала референдум. Оно, в общем-то, все так и получилось, как я сказала, но только немножко по-своему. Спасибо за внимание.